Воспитанники Старогородковской школы спортивной акробатики подготовили видеозарядку для детей. Как рассказал член Одинцовского отделения «Единой России», директор спортшколы «Старый городок» Теймураз Гургенидзе, главными героями стали его ученики Виктор Гричухин и Богдан Макеев. В ролике нет ничего сложного, он рассчитан на всех ребят, вне зависимости от уровня спортивной подготовки. Упражнения помогут находящимся в самоизоляции мальчикам и девочкам выплеснуть энергию и укрепить свое тело, сказал Теймураз Гургенидзе.